Идет по лесу волк, встречает зайца, а заяц без ушей. Ушей нету. Волк: заяц, чей ты ушей, уши отрезал? Он говорит: да это я от армии закосил. Тут: о, ништяк, мне тоже повестка пришла, может, мне тоже закосить? Он говорит: ну а как ты закосишь? У тебя уши не очень большие, как бы, только хвост резать. Ну давай хвост отрежем. Отрубили хвост, короче, волк сгонял, помесовали. Значит, сидят они, балдеют, идет мимо медведь. Смотрит, такая картина. Зайца ушей нет, у волка хвоста нет. Ну вы че, блин, вы че с вами случилось? У тебя ушей нет, у этого хвоста. Ну да мы, Миша, от армии закосили. Ну, мне тоже бы надо. Ну а как тебе? У тебя хвост маленький, уши маленькие, только яйца резать. Тут, ну, неохота в армию идти, давай яйца обрубили, короче. Пошел он на комиссию, через пару дней они находят его повешенным на березе. А в руках, в лапах у него заключение медкомиссии: комиссовать по причине плоскостопия.